Ну, слава богу, дорогие друзья, пошли у нас дожди. А это означает, что закончились пожары. Наш Виндзор, ну, буквально сносит. Вы видите, как по моим всяким грядкам и специальным отводам уходит вода. Я думаю, что огурчики и, как говорят, маракуйя, да, плоды страсти, им это нравится. Машинки мои будут помыты, по крайней мере, Айсудзу. И вы видите, что воды достаточно много. Я думаю, будет больше воды, чем обещали. Обещали 80 миллиметров осадков каждый день в течение 4 дней. Но однозначно все пожары будут потушены. По крайней мере, там, где идет дождь, это фактически перекрывается весь штат Новый Южный Уэльс, где столицей является наш город Сидней. Я бы хотел сказать, что еще раз должен повторить. Если пожары случаются в Австралии, значит, в Австралии пожары случаться должны. Бесполезно бороться с природой. Да, видимо, идет некоторое глобальное повышение. Не очень, наверное, значительное, но оно идет. И, соответственно, пожары будут больше, будут меняться, флора будет, естественно, меняться фауна. К сожалению, наша фауна — это сумчатые, они достаточно уязвимые. Но это природа, не надо, или, скажем так, надо очень аккуратно вмешиваться в ее дела. Что касается самого природы, самой природы этих пожаров, то опять-таки я уже отмечал, пожар должен быть очень большой всегда. Я понимаю, что гибнут люди, я понимаю, гибнут животные, это было всегда. Единственное насчет людей, надо иметь нормальное, грамотное, умное правительство, которое понимает, какие должны приниматься меры. Вырубка леса должна быть, должны быть просеки, не надо селиться там, где лес, и тогда все будет хорошо. Но если идет пожар, идет большое задымление, это задымление вызывает дождь. Дождь тушит пожар, и, соответственно, природа опять оживает, и начинается новая вегетация. Так было всегда в природе в Австралии. Если кто-то хочет хайп, кто-то хочет средства массовой информации, или какая-то, я не знаю, оппозиция, какие-то зеленые, голубые, фиолетовые, серо-буро-малиновые, они должны понимать, что это все дестабилизирует общество. Это приводит к каким-то резким и глупым движениям. Должны быть умные движения, умное правительство, еще раз повторю, что должно быть умное правительство, не такое, которое, я извиняюсь, но возглавляется этим человеком с Кроналы. Вот, поэтому, дорогие друзья, во-первых, принимаю ваши поздравления, что пожары в нашей части закончились. Надеюсь, то же самое будет в Виктории и в других штатах. Я знаю, что уже заливают северные территории ливнями. И если бы в этой стране было умное правительство, то у нас были бы каналы, у нас была бы ирригация, у нас было бы мелкое судоходство, у нас бы разводилась рыба. Австралия, которая, безусловно, богатейшая страна, стала бы еще намного богаче и могла бы прокормить население. И населению можно было бы давать нормальное образование, а не такое образование, которое сейчас делается, да, во всем мире, но и в Австралии. Почему Австралия должна копировать глупость мира? Почему бы все-таки хотя бы в этой стране не быть нам умными? Так что, дорогие друзья, принимаю поздравления, поздравляю всех вас. И... ну что, я думаю, что со следующей недели у нас будет полное счастье. Дай бог, чтобы дожди в действительности были почаще, чтобы водоемы наполнились водой, а соответственно рыбой, и чтобы все у нас в Австралии было хорошо, а тогда она станет еще более привлекательной для вас и для учебы, и для иммиграции. Ура, товарищи! Спасибо!